Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Bemg Drive. И конечно же, друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу пожелать каждому из вас приятного аппетита, кто кушает, каждому из вас приятного просмотра. И наверняка у вас сейчас вопрос: Санек, ну ведь неделька бимки вот была, а сегодня уже понедельник, ты там не ошибся по датам или что происходит? На самом деле, друзья, дело в том, что в середине недели я в один из дней, так скажем, немножечко проебался. Вот, я не выпустил серию и в своем инстаграме сообщил, что, пацаны, как бы извиняюсь, но серия, как она выйдет в любом случае, чтобы их было 7 штук, неделя, 7 дней, 7 видосов, соответственно. И я ее перенес на понедельник, поэтому вот, так скажем, исправляюсь. И, конечно, друзья, я прекрасно помню 13-ю часть прыжков в длину, где я совершил для себя некое открытие, когда увидел вот этот вот замечательный аппарат, который называется... Я сейчас полное название хочу даже зачитать и посмотреть как раз-таки, что написано в характеристиках. Значит, это у нас SBR-4, Hiroshi SBR-4, последняя самая моделька, которая называется SBR-4 Dubai Police Willy Edition. Звучит серьезно, то есть уже как бы намек на Вилли. Я как бы эту тачку уже тестировал, но только в рамках вот прыжка в длину. Там было сложно понять, что она может, поэтому сейчас мы специально отправимся напрямую, чтобы посмотреть вообще, что это за автомобиль, как он едет, потому что у него весьма странная физика, она как-то отпружинивает, то есть тачка не разбивается, а отпружинивает при ударе. Короче, очень странная какая-то херня. Значит, написано, что у нее 7136 лошадиных сил. Почему бы, собственно говоря, и нет? Разгон до 100 скромненько, для такой мощности 2 секунды. Ну, я только так понимаю, что тут дело в зацепе. 4 секунды 0200, 6 секунд 0300 и, соответственно, максимальная скорость 540 км в час. Все это дело, конечно же, у нас на полном приводе. Турбо, который уже на холостом дует 34,4 бара. Нормальная улитка, я думаю, что вполне себе. Выглядит автомобиль примерно так. Боевой настрой, плюс еще ко всему полиция. Непонятно, почему, кстати, желто-зеленая оклейка. Они же, типа, обычно там белого цвета с зелеными полосками. Ну да ладно. Ну что, друзья, первый тест. Значит, главная проблема... Удержать это... Я не понимаю, кстати, как это устроено, но посмотрите, вот реально, у этой тачки нет повреждений. То есть я... У меня сейчас складывается ощущение, что я играю в какую-нибудь Форзу, блядь, или какой-нибудь Need for Speed, то есть... что... А, чувак просто А, я понял. Ну, то есть, нормально. У нас, я так понимаю, боты немножечко обучились ездить. То есть, они объезжают по встречке. Видят ДТП и как бы просто объезжают спокойненько, как бы, все нормально. А, проблема в этой тачке, что ее нужно как-то разогнать. Она встает на дыбы, она постоянно отпердывает. А, ну, кстати, подожди-ка, зацепил. Ебать, она резкая. 440, 460. Там написано было 500 с чем-то. 500! Пацаны, она реально едет, она едет и пер... Едет и пердит! 549! Подожди, подожди, а чё с трафиком? А, 580, друзья. А, вот и трафик. Он, мне кажется, он просто не успевает прогрузиться, она при этом еще и управляется. Эта тачка еще при всем управ... Бля, трафик не может успевать прогрузиться или чё? Мне кажется, ли это будет первая машина, на которой я практически с первого раза проеду полностью? Вот это я понимаю, безумные шашки. Реально, когда она написала сообщение, что осталась одна дома, родители уехали на дачу. Блять, такое нахуй. 584 км в час, пацаны, это максималочка, реально. Просто пиздец, она ебенит. Она просто лютая. А почему? Где? Ну хорошо, а если я немножко попробую? Она держится за дорогу, ребят. Она держится за дорогу, я не понимаю, как это происходит. Я, кстати, ни разу не доезжал на этой карте до конца. А что? Что за дичь? Я объезжаю вообще любой... Нормально вообще все? Я почему я ни в кого не вре... Подожди, а ну-ка, если немножко ее раскочегарить. Это конец карт? А, нет, я думал, это конец карт. Так, и вот сейчас момент истин. А, только надо говорить, что... Так, подождите, проблема только в том, что она не заводится. Вы понимаете, что она уцелела? Я сделал 360 в воздухе, хоть и... Я пытался просто запустить двигатель, нет, по-моему... Вот видите, она пружинит, то есть тачка не бьется, а бьет... Как отпружинивает при ударе, я не знаю, как это работает. Блять, что вообще? Она уже не запустится, я думаю. Вот это дикая херня. Ну-ка, хорошо, вот смотрите. Просто пробую врезаться в... Так, вот сейчас вот начались проблемы. Не... Что? Просто представьте, вот так, чисто приехал в Дубай на экскурсию, а тут... Блять, вот если она глохнет, короче, все, это пиздец, к сожалению. То есть ее уже не запустить. Одноразовый двигатель, назовем это так. Бля, ну Вилли она делает просто... Что за хуйня вообще происходит? Она реально не убивает.
Что? Что? А как это происходит? Почему эта моделька пружинит? Она типа, ну при ударе она реально отпружинивает, не бьется. Посмотрите, вот такие повреждения BMG Drive, это нормально? То есть как бы, ну, другую машину уже бы просто расхерачила вообще по нулям, блядь. Че расхерачила по нулям? Хорошо, у нас есть магическая, так скажем, магическая модификация, которая позволяет нам регулировать зацеп. Я сейчас убавил зацеп, чтобы как бы было ощущение гололеда. Во-первых, это... Ух, нихуя их на... Тихо-тихо, пацаны, вы куда навстречку-то? Во-первых, это позволило мне сейчас избежать того, что тачка делает Вилли. А во-вторых, мне кажется, что сейчас будет весело, потому что она хоть и пытается держаться за поверхность, каким-то образом цепляется за все. Бля! Я молчу про текстуры, которые сейчас растянулись, но меня волнует другой вопрос. Почему она, сука, не разбивается, эта машина? Почему она пружинит? Что не так? Что? Я только сейчас посмотрел на спидометр. Это нормально, да? То есть, типа... Подожди, а стабилизацию отключить? Еще нитро есть, кстати. Блять, заглохло, сука. Она почему-то глохнет очень часто. Ну-ка, без табы. Без табы и закисью азота. Есть шанс сейчас, что мы разгонимся еще быстрее. Главное теперь маневрировать более аккуратно, потому что реально она... Она просто ебанутая, эта тачка. Не, конечно, не самая быстрая, в любом случае, которая вообще присутствует из моделек. Но все равно это очень быстро зацеп... Бля! Ну-ка, боком попробовать ее. Блять, просто дичь какая-то. Бля, смотрится это прикольно, согласитесь? Она про... 585, нормально? 600 я вижу. 360. А, ну тут уже аэродинамика. А, похуй. А, нет, не похуй. К сожалению, не похуй. Но, в принципе, могло быть похуй. Могло быть похуй, но оказалось не похуй. Так, хорошо, а если я сделаю зацеп еще меньше? Блять, она заебала глоб. А, ну тут уже будет проблемка. А почему мотор не взрывается? Это что здесь за двигатель, который просто шлифует, как просто как лютый? И при этом все хорошо. Ну все, зацеп потерян окончательно. То есть машины реально ведут себя не то что как по льду, а просто как будто, ну, по льду. Хорошо сказал. Ну, нет, может быть и есть шанс, конечно, немножко как-то подускориться, но, бля... А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, 360 не буду пробовать, потому что там... Ну-ка, перестроение. Пацаны, вот это шашки я понимаю, да? Вот это я понимаю, блядь, дрифт! Она, Токио! Тихо-тихо-тихо, главное не задеть, главное не задеть. Она си... Фига, фактуго! Fast and Furious! Дрифт! Дрифт, дрифт, как будто замедление. У вас тоже такое ощущение, что замедлил время на самом деле? И я еду 300, но просто она не может переключиться, потому что как бы зацепа нет. Я реально еду просто так, как я хочу, блядь. Заебись. Вообще пизда. Это пизда. И дальше я буду так долго катиться. Ладно, все, я понял. Хорошо. А если наоборот зацеп сделать? Если, допустим, какой-то, блядь, лютый зацеп, какая-то драговая трасса, я выставляю вот такие параметры. О, ух ты, блядь, ух ты, ух ты, блядь, а я так понимаю, что... Тихо. Блять, что с ней, я не понимаю, что с ней не так, почему, вот что с ней происходит, блять. Так, аккуратно, аккуратно, максимально, невозможно, с таким зацепом, у нее, то есть, изначально параметр зацепа ебанутый, а если, тихо, она сейчас будет без конца так вот, просто прыг, скок, блять, просто телепузик, блять, вот реально, что за бред, я не понимаю этого. Так, аккуратно, аккуратно, о, зацепился, пацаны, так. Ебать, она резкая стала, она еще более резкая стала, пацаны. Блять, это дичь. Это просто дичь. Че, попробовать ее заложить бочком? Мне кажется, это... А почему он по встречке ехал? Я же правильно понимаю, что я ударил... Это было лобовое столкновение, правильно же? По-моему, да. Так, reset all to default. Все, я вернул все стандартные настройки. Бля, ну Вилли, типа, я не знаю, возможно ли... Там что, блядь, город появился? А, это я в того, в кого врезался, это у него там растянулись текстуры, надо его проехать, чтобы он переспаунился. Бля, ну это очень дикая хуйня, это просто дикая херня, пацаны, это вообще просто дичь, блядь. Просто можно вот так вот, вот реально, вот так работает дубайская полиция. Вот, нарушитель, вот мне кажется, вот реально, судя по тем машинам, которые у них там катаются... Это пиздец, ничего, что я еду 600 почти. Судя по тем машинам, которые у них катаются, мне кажется, они вот так вот ловят нарушителей. То есть вот там вот. Все, замечен гонщик. Хуякс, блядь! Пойман, блядь! Все, блядь! Вопрос решен! Еще и другого заодно поймал. Так, на всякий случай чисто. Блин, там все растянулось, блядь, растянулось. Ну-ка, можно я посмотрю, что у нее вообще тут написано-то? Энж. 2,5. Чего, блядь? Там, по-моему, пиздец какой-то происходит. Я не знаю, что там растянулось, но там пиздец.
2.5 мотор, друзья. Все дело в большой... А, нормально, да? Это пасмурно, что ли? Песок какой-то, блядь, в Дубае у нас. Блядь, это... Вот это вот все, это дичь. Это называется «пиши пропало», блядь. О, лансер. А чё... Чё с Эвиком? Он погоняться хочет? Блядь, он, ей вообще похуй. Такое ощущение, что просто, знаете, совместили МФС с Бимкой. И вот эта тачка осталась по и физике в том числе, как в МФС. А. Ебать, чё она творит? Вообще она дикая. Просто дикая. Короче, лежу... Вот если бы она не глохла, я не знаю, надо ее под газом, короче, держать все время. Если сейчас попробую под газом ее держать. Если она глохнет, то все, пизда. Если не глохнет, то заебись. То есть можно сделать 360, подлететь даже так, что жопа немножко оторвется от земли. Ну-ка. Нет, вот такого лучше не допускать. Там уже просто покрышки не вывозят. Блядь, сейчас как форсаж я практически это... На дыбы встал и въехал, блядь. Ну-ка. Так. Бля, с такой скоростью так адекватно еще не ездил ни на одном автомобиле. Вы помните, когда я беру машину, которая едет вот примерно так? Вот если бы не колеса, я причем не заглох, я мог бы сейчас поехать дальше. Но, к сожалению, я уже научился с ней справляться. Смотрите, я как бы на дыбы встаю, потом она как бы приземляется, и все в порядке. Ну-ка, сейчас самый эпичный трюк, который я делал в Бимке, пацаны, смотрите. Да, блядь, трюк, блядь, на все 100 баксов, нахуй, реально. В натуре такого, блядь, еще не было. Просто чисто ровно, понимаете? Ровно лоб в лоб. Ладно, приснилось. Приснилось, померещилось, показалось, привиделось. Нормально, блядь, голливудский... А, блядь, она заглохла, сука! Надо все время под газом ее держать, потому что она может вот так вот покрутиться, повертеться, побиться. У нее ни подвеска не страдает, ни техническая часть, ни... Ни как бы ни кузов, ей вообще похуй на все как бы. Блять, кроме вот разрывания колес. Потому что на такой скорости, видимо, там происходит полная дичь. Покрышки лопаются, Вот даже сейчас я поеду дальше, если я не отпущу газ. Вот если я сейчас стану на колеса. Блять, что с физикой? Блять, она реально дальше поехала. Блять, такая хуйня просто. Да просто фанкар как. О! Колесо загнуло! Нихуя себе! Это единственное, что в принципе... Все, вот, колесо загнуло. Похуй вообще, блядь, вообще похуй. Можно просто жать на газ и ехать постоянно. Вот только вот если подвеска, конечно, пострадала, тут уже сложно с ней справляться будет, с этой тачкой, но, блядь, что это? Это какая хуйня, конечно, пиздец, просто полный. Там немножко, по-моему, двигатель задымился, я не знаю, от чего. Действительно, блядь, от чего же он задымился, блядь? Страшно, нахуй, а! Похуй! Колеса нет, я сейчас... Да он не заглох. Блять, ладно, я улетел, к сожалению. Надо пробовать. Устроить эпичную... А, бампер списал, заебись. Надо устроить эпичную... Все нормально! А что-то было, собственно говоря! Только не улетай, нет, ну, бля! Особенно с этим попрыгунчиком. Конечно, очень сложно удержаться на этой дороге. Я вообще похуй, реально. Вообще, просто до пизды на все. Оп! Да, блять, ну что ж ты улетаешь-то? Я, конечно, не очень подходящую трассу взял для тестирования. Вообще похуй. Да, блядь, ты что-то улет... Подожди, может, останется? Не, не останется. А-а-а! Было бы очень интересно затестить. Реально, просто под полным газом ее контролить. Надо ее протестировать, короче, будет потом еще на другой дороге, где невозможно вот так вот вылететь в воду, потому что, я говорю, она будет делать трюки, переворачиваться, биться обо все что угодно, но при этом она будет готова ехать дальше. Это фишка этой машины. И при этом, как бы, ехать это... Вот это было жестко, блядь. Вот этому точно не повезло. Тут как бы крышу сорвало, блядь, просто в прямом смысле этого слова. Да этому тоже, на самом деле, досталось нормально. Блядь, пиздец какой-то. Просто реально лютая тачка. Просто лютейшая. Не, надо будет реально в условиях где-то там, чтобы вот, ну, никуда там нельзя было в воду куда-то. Похуй, вообще, давай. Опа, танцы и поехало. Бля, ну не надо по-братски. Ну, блядь, ну что ж ты улетаешь-то все время, а? Вот, короче, единственный минус ее. Да тихо, стой, давай, 360, так планировалось. Опа, из the wall, еще один давай. Опа. Ай-яй-яй, калинка моя, саду ягодка, калинка моя. Я пытаюсь выправиться, это я не специально сейчас выправлю. Так, тихо, на занижении. Ох ты, блядь, а похуй вообще. Можно вот в дом въебаться и ехать дальше. Ну тут уже мешает спойлер. Ой, не спойлер, диффузор. Я бернаут делаю, пацаны, на самом деле все так и планировалось. Все так и планировалось. Ебать, а когда я его так задел? А что случилось? Я же его не трогал, по-моему. Я его, по-моему, не трогал, пацаны. Не знаю. Оп! Оп!
Короче, нет, все, по-любому, какое-то ближайшее время мы тестируем эту тачку где-то в городе. Потому что это будет реально угарно, когда она будет биться обо все, но ей будет настолько по... Сука. Вообще. Я напишу, на ходу? А, колеса порвало. Ах ты, блядина. Вот еще бы колеса немножко были покрепче бы. И было бы ништяк. Ну как она, сука, проходит поворот, и она нереально контролирует ситуацию. Просто шашки на скорость... А, 2000 км в час, я понял. Нормально. Нормально она зацепилась, блядь, с места. Опа, близко. Опа, блядь. Опа, через встречку. Вообще... Опа! Опа! Исполняю. Суету навожу. Ну-ка. Итак, немножко задом. Опа, 360. Бля, не любит она 360, к сожалению. К сожалению, 360. Колеса задрало немножечко. А, вообще там спереди этот, я Seaway свел. Чит-код в Vice City просто. Готов уже плавать. Тихо. Опа! Давай. И вот сейчас вот, ну-ка, трюк. И чтоб дальше поехать. Блядь, опять на колесо приземлилось. За что ж ты будешь делать? Что мне так не везет? Едет? Да она-то едет. Ей вообще насрать. Даже то, что лев... А, там это, это стенс, блядь. Так это стенс. Сюда. Нихуя у нее зацеп, просто лютый. Я не знаю, что ей прописали там в кон... Просто дичь, блядь, какая-то. И какой-то конфиг лютый сделали вообще. Бля. Такое. Опа. Опа, вообще ничего не боюсь. Опа, опа, бля. Нихуя шашка сейчас была. Вот это было дико. Блин, вот колеса вырывает, жалко, блядь. Так что, друзья, вот такая вот безумная, без привлечения моделька, которая просто достойна отдельного внимания была, и мы ее наконец... Как памятник останется здесь, вот так вот. Воткнувшийся полицейский автомобиль. Как стрела прилетела. И осталась здесь навсегда. Протестируем в городе. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.